Это год юбилейный. Во-первых, сначала хочу сказать, я хочу с нами, да? Я присоединяюсь ко всем поздравлениям в адрес газеты и сотрудников, естественно, все в целом. С пожеланием здоровья, новых успехов, новых достижений, новой интересной информации, и полезной, и содержательной, чтобы все слышали больше информации. Ну, побольше, конечно, позитива, чтобы оно было в нашей жизни, естественно. Ну, если бы и сейчас, с ноябрьскими праздниками. День единения, сегодня день Конституции Татарстана. Очень приятная атмосфера, мне нравится здесь. Я родилась в Альметьевске, и с тех пор, как себя помню, я постоянно подписчик газеты «Знамёна», да. Я еще ни одного полугодия, к счастью, не пропустила. Для меня, наверное, это было бы, наверное, большой потерей, каким-то, если бы я пропустила подписку. И не представляю себе, как эти недели, дня, газеты. Это так, поверьте. И считаю, что свою газету, Альметьевскую городскую газету, нужно иметь в голову всегда. Она помогает, она информирует, она, дает тоже какое-то наполнение, что ли, вот именно в информации. Нельзя отставать. Отставать в ритме нашей жизни, чтобы мы справились. Ведь там есть и политика. Мне вот нравится то, что там сейчас и по республике, и по России, по миру. Это все, да? Это интересно. И такие хорошие публики. Встречи с интересными людьми, это тоже очень даже значимо. Узнавать, какая у нас молодежь такая вот продвинутая, да, новая. Новые какие-то открытия возникают в городе, новые клубы. Вот я сейчас узнала семейный клуб, да, это же очень интересно. Особенно для молодежи развития, я считаю, это очень здорово. Здесь такие поделки, поделок, осенние настроения замечательные. Много нового можно здесь вот познать, увидеть, услышать. А какая приятная музыка. На улице осень, а здесь осень как будто таким весенним настроением. Что-то такое позитивное, хорошее. Красивые букеты, улыбки. Поэтому я считаю, молодцы, спасибо за такое приглашение сюда. День наполнен особым смыслом. Сегодняшний день. Я бы так сказала. Наверное, может быть, неплохо бы так почаще встречаться. Может быть, со своими, как скажем так, постоянными подписчиками, такими, скажем, которые вот уже из года в год не теряют связь с газетой. Я считаю, это тоже наше. Может быть, даже надо как-то тоже какой-то степени как-то стимулировать, поощрять. Вот это тоже неплохо было. Ну, для того, чтобы, как это, привлекать больше подписчиков. В этом тоже есть.